Привет, привет, друзья! Недавно столкнулась с проблемой, что Canva, которую мы все любим и все пользуемся, запретила доступ к своей программе. Но есть выход, как и в любой ситуации. Нужно скачать определенный VPN. ZenMate это точно работает, поэтому советую скачать именно его. Занимает всего 2 секунды. Набираете ZenMate VPN скачать, бесплатную версию скачиваете, он у вас устанавливается за 2 секунды. И далее мы заходим, включаем его, просто нажав вот здесь вот. Он у нас уже работает. Страну можно выбрать любую. Здесь из списка, да, но я оставляю, которую мне дает сама программа по умолчанию. Затем закрываю ту вкладку, которую открывала, открываю новую и ввожу Canva. И Canva обязательно .com, а не .ru ни в коем случае. Canva.com, вуаля, сайт работает. Можете делать свои дизайны, свои картинки, пользоваться на радость.